Праздничная атмосфера царила сегодня во Владикавказе. Тематические площадки, мастер-классы, выставки и концерты. Все приурочено к столетнему юбилею со дня образования автономии республики. Летняя эстрада традиционно стала точкой притяжения. Танцевальные и вокальные номера, юмористические зарисовки для горожан и гостей столицы подготовили насыщенную программу. На площадке детского технопарка «Кванториум» юные гости смогли окунуться в мир виртуальной реальности, а также попробовать себя в конструировании макетов. Как всегда, на городские республиканские праздники наша площадка рада приветствовать гостей. Мы представляем здесь различные технические, медийные направления. Вот, то есть у нас здесь можно поработать с стоп-моушен анимацией, можно выиграть гравировку лазером своего имени, ну или любой другой фразы на значке. Узнать об особенностях жизни в космосе, о том, как питаются космонавты, а также своими руками слепить инопланетян юные горожане смогли на площадке школы космонавтики. Рядом самые смелые сразились в мечевом бою в специальной экипировке. Выставка народных художественных промыслов расположилась сегодня на проспекте Мира. Сувенирная продукция, сумки, куклы, одежда с национальным колоритом, изделия из кожи – все дело рук мастеров Северной Осетии. Я представляю кожевенную мастерскую «Танкошкрафт». Занимаюсь уже кожей больше 6 лет. Как бы живу, родился в Осетии, люблю эту как бы республику и стараюсь как-то ее вот развивать тоже своими силами. Мы стараемся вот на всех праздниках представлять свою продукцию, как бы, пускай там еще давать возможность людям чуть-чуть развлечься. Давать мастер-классы, чтобы люди могли сами попробовать, прочувствовать кожу, как это все сшивается, как это все собирается. На улицах Владикавказа сегодня особенно многолюдно. Горожанам и гостям столицы площадки пришлись по душе. Каждый смог найти себе занятие по вкусу. Праздничное настроение замечательное. Вот вышли прогуляться, посмотрели концерт, прогулялись. Очень хорошо, интересно. Там есть промыслы народные, дети сидят, рисуют. Очень замечательно все. Спасибо всем. Да. И всех с праздником! Праздничная программа продолжилась в Остинском театре. Среди гостей торжественной церемонии полномочный представитель президента ВСКФО Юрий Чайка, а также руководители и представители органов исполнительной власти регионов Северного Кавказа, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Со значимой датой жителей республики поздравил Юрий Чайка. Сегодня по-настоящему большой праздник у всех, кто ценит и любит эту благодатную землю, кому дороги традиции предков, их наследие и непреходящих из него нравственные ценности. С праздником Северной Осетии! Успехов, благополучия и дальнейшего процветания! В этом году Северная Осетия отмечает сразу 3 юбилейные даты. 100-летие образования автономии республики, 240 лет Владикавказу и 250 лет присоединения Осетии к России. Вся история нашего народа Осетии, вся история Республики Кавказа, она многовековая. Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что мы сильны своей историей, своими корнями, своими традициями, обычаями, своей культурой. Я хочу сказать спасибо всем, кто это сегодня хранит и проносит из поколения в поколение. А это все жители нашей республики. Государственные награды сегодня вручили представителям разных сфер деятельности. Так, орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени вручили Таймуразу Мамсурову. За достигнутые трудовые успехи орденом почета был награжден экс-глава республики Вячеслав Битаров. Прежде всего хочу поздравить всех жителей республики, жителей города Владикавказа с юбилейными датами. И хочу пожелать, чтобы история, ту, которую нам сложили наши старшие, и заложили много лет назад, эта история также прекрасно продолжалась. Конечно, хочу поблагодарить президента страны Юрия Яковлевича, полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Сергея Ивановича Миняева за награду. Благодаря им сегодня вручили награду. Мне очень приятно. И будем дальше стараться работать во благо развития нашей республики.
За заслуги в педагогической деятельности и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный учитель республики» присвоили учителю остинского языка и литературы школы селения Веселое Вере Годжиевой. Полвека она посвятила образованию и проработала все эти годы в одной школе. Особенно двойной праздник. Во-первых, вот мой труд оценили. Уже 50 лет в одной школе. Я оттуда никуда не уходила, в одной школе проработала 50 лет. И вот в такой праздничный день, когда республика отмечает свое столетие, я получаю вот такую награду. Спасибо большое всем, кто как раз вот в этом был участник. Для гостей мероприятия выступил камерный хор «Алания», ансамбль «Маленький джигит», а также оркестр национальных инструментов. А завершится праздничная программа большим концертом на площади Свободы. Алина Хасаева, Михаил Безуглов, 15-й регион.